Якщо не працюють закони, якщо ситуація потребує прояснень, якщо влада і народ припиняють розуміти одне одного, чути одне одного і бачити одне одного, якщо у бурхливому морі інформації ми раптом налітаємо на гострий риф болючої соціальної проблеми, тоді виникає спецтема. Говорити не можна, мовчати, ставимо кому правильно. Це спецтема на телеканалі «Візит». Я, Анна Плаксій, вітаю. Скажіть, будь ласка, а у вас є сімейний лікар? Сімейний? Да нету, що я ще не приобрел. Чого? Да ну, это надо ехать за там очередя, не хочу я. Пока не заболею, потом уже. А так, ну, дьявол. Как пошел, так и заболеешь. Лучше к ним не обращаться. Зізнаюся щиро, ще вчора я хотіла знову говорити про дивацтво нашої міської влади. Про кременчуцьких дітей без новорічних ранків і солодких подарунків. Про невиплати педагогам, про скорочення соціальної сфери, про стотисячні зарплати нашої правлячої кременчуцької верхівки. Про усе те, що, ну вже чесно кажучи, так набридло своєю нахабною вседозволеністю з одного боку і непролазною безнадією з іншого. Але мій творчий запал перенаправила усього лише одна цифра, яку мені повідомили власні джерела у місті і області. І ця цифра – 630. І це кількість наших із вами співгородян, які пішли з цього життя. Ось, за один місяць, за листопад. Щоб ви розуміли, ця цифра практично втричі більша за звичайну місячну, середньостатистичну для Кременчука. Її можна порівняти з кількістю померлих, ну, приміром, ледь не за все літо. Обласні статисти, аналітика ЗМІ і власні інформатори допомогли мені з розумінням. Ще пікантніше те, що кількість смертей за листопад у Полтаві, там, де не 218, а 285 тисяч населення, 645 осіб. Порівняйте. В нас 630, в них 645. І взагалі, картина, знаєте, така собі, сумна, з тенденціями до збільшення цифри смертності, на які вийдемо за рік. А ще я знайшла у відкритих джерелах ось таку цікаву діаграму, яка красномовно свідчить, навіть у час пандемії коронавірусу смертність від серцево-судинних хвороб значно переважає у цифрах загальної смертності. Це навіть більше половини від усіх разом взятих факторів, включаючи той же ковід. З тих 630 померлих за листопад кременчужан з діагнозом ковід та пневмонія маємо 238. Статистика вперта річ. Виходить, серцево-судинні проблеми теж зросли. І зросли пропорційно. Але все ж таки, що ж насамперед потягнуло втричі більше смертей у листопаді? Гадаю, на це запитання ми навряд чи отримаємо відповідь однозначну і точну. Напевне, тут багато факторів. І про деякі з них вирішальні ми говоримо сьогодні. У вас є сімейний лікар? Є. А ви можете йому зараз зателефонувати? А я не знаю, як його дзвонити. А з ним не можна зв'язатись, тільки в відділенні, там, де вона, із медсестрами в робочий час. А якщо погано стане? А якщо погано, визивайте скору, ребята. Ну, то моя подружка. Позвони? Так, так. Алло, Марин, привіт. Тут експеримент проводять. Обов'язково, навіть дзвони, якщо я хворіла коронавірусом, вона постійно мені дзвонила. Вона Марина Пилипівна із ЖД. Бере, а як нема можливості, вона передзвонює сама. Часом да, а часом ні. Ні, ну коли є время, він відповідає. Коли зайнят на прийомі, не відповідає. Ні, я навіть номер навіть не знаю. Ну да, я вот обращалась, мне нужно было вот эту взять прививку на, ну, как она называется, сертификат, вот это в Дию, там, она відповіла, и потом медсестре, ну, она занята была, потом медсестре, она мне рассказала, как, что це, то было, ну, поспілкувалася нормально. Ні, не відповідає, тому що вона з часу дня приймає сьогодні. Взагалі, вона відповідає? Да, навіть перезванює.
Ну, обычно берет. Это железнодорожная больница, врач у нас замечательный. Яка проблема? Хочу як угоду заключить, договор, и ніде не можу знайти, де він буває, той лікар, де його угоду ту заключать. Ні, у мене номера з собою нету. Нормальна связь, дозваниваємося, якщо нужно, що ходимо. Он не берет в том случае, если он на приеме. А если он уже закончил прием, он всегда отзовется. И даже если я его попрошу прийти, мне очень плохо, он всегда придет. У меня такой доктор. Рідко. Рідко. І не перетелефонував. Ні. Якщо об'єктивно. Сейчас эта пандемия, она дает нам показывать, где наши слабые точки, где бреши. Есть медицина, которую привыкли ругать и говорить, что она плохая. И есть, скажем, пандемия, которая повалила всех. В том числе, если мы говорим о проблемах сердечно-сосудистого плана, они абсолютно не исключение. Ни для кого не секрет, что смерть до пандемии от сердечно-сосудистых проблем, она стояла на первом месте по всем мире. И ничего особо не поменялось. То, что сейчас наличие там коронавируса усугубляет в несколько раз это все и, естественно, усугубляет течение хронических заболеваний, это правда. Пациенты, они наедине с самим собой остались. Они вот, как мы говорим, да, вот есть семейный врач, они к нему полностью теперь привязаны. Если раньше пациент мог позволить себе прийти в государственную поликлинику, прийти к узкому специалисту, сесть в очередь, дождаться и получить консультативное заключение, сейчас это нельзя этого сделать. Значит, можно сделать только через семейного врача. Семейный врач тоже человек не резиновый, у него тоже есть какие-то свои проблемы насущные и так далее, и так далее. Но по факту он должен встретить каждого, выслушать, выписать направление, принять это потом в ответ, обработать, назначить лечение и так далее. То есть это колоссальная работа, огромная работа. Я точно знаю, зараз хтось із того ще радянського часу згадає. Та хіба таке було? Було ж як гарно і лікування, і профілактика. Проте мій сьогоднішній співрозмовник, спеціаліст саме по судинах, вважає, не навчили громаду любити і берегти себе ще тоді. Мы сейчас имеем пациентов с хроническими заболеваниями, которых надо было профилактировать и начинать лечить 20 лет назад, 30 лет назад. Их надо было приучать к культуре отношения к своему телу. То есть наша проблема, наша, имею в виду постсоветское пространство, она заключалась в том, что гораздо раньше у нас не были введены определенные каноны, прежде всего, самовнимания, любви к себе, не нарциссизма, а любви к себе как к организму, носителю, скажем, вместителю души и носителю вот этого тела. Так вот, к нему надо обращаться максимально бережно. Коли ж наші розумні державні мужі взялися за реформування, виявилося, не було зважено на головне. Ми практично ніколи не знали, що то є таке страхова медицина. За границей коллеги давным-давно обезопасили и себя, и окружающих наличием страховой медицины, которая заключается в том, что страховой агент каждому человеку приписывает определенный перечень обследований, и ты хочешь, не хочешь, но ты обязан их выполнить. Если ты их не выполняешь, тебе не оплачивают страховку. То есть ты там должен раз в полгода сдать перечень анализов, пройти УЗИ, но в зависимости от возраста, пола, перенесенных заболеваний, у каждого человека есть четкий план. Вот я знаю, что мне надо пройти вот это обследование, и страховой агент, врач страховой, он четко знает все мое состояние здоровья. Это называется профилактика. Это единственный способ нашим следующим поколениям передать здоровые гены, здоровую нацию. Плюс, ну, ни для кого не секрет, у нас большой дефицит кадров по Украине, в том числе медицинских работников, среднего медперсонала, младшего медперсонала, самих докторов. Ну, это отток очень большой, связан с экономическими всеми вопросами, конечно, он присутствует. И об этом, ну, тоже надо говорить, и мы понимаем, что количество квалифицированных кадров, оно будет решать судьбу следующих поколений. И сейчас вынырнуть из этой вот ситуации в реформированную, так сказать, медицину с помощью кого? Мы еще не имеем новых поколений обученных медицинских работников, которые бы четко понимали, что им делать. Мы имеем отчасти, ну нельзя, ну возрастных моих коллег, которые еще работают и пытаются, представьте себе, человека в возрасте посадить за компьютер и объяснить ему с новой системой, как работать. Это тоже для них как своего рода шок, но им деваться некуда. И третий аспект, крайне тяжелая нагрузка на так называемых семейников, а они все выходцы из терапевтов участковых, те, что были у нас, да, в большинстве случаев, они привыкли заниматься сугубо своей узкой проблемой. Сейчас у них есть определенные рамки, которые заставляют их думать, они должны думать
всеобъемлющие. Они должны каждого своего пациента четко знать от А до Я. Это идеал семейной медицины, как это выглядит на Западе. Приходит доктор, он знает от стар до млад, как перевязывать пуповину, грубо говоря, младенцу, и как вылечить хронический бронхит, снять обструкцию у дедушки. Вот это все его задача. Но это невозможно. Это надо подходить к этому десятилетиями, надо вырабатывать свой подход в этом, надо менять отношение и пациентов к врачам, потому что эта проблема тоже достаточно серьезная, и врачей к пациентам. Як ви оцінюєте рівень обслуговування у медичних закладах? Дуже добре, бо якраз за ці 3 роки зробили 3 операції, і усі лікарі і все обслуговування було вище всякого потреби. Ой, ні, мені взагалі не подобається. Я ходила і до приватних лікарів, і до таких государственних, оце, що там те саме. Не дуже так, щоб внимательно вони відносились до нас, ізучали там щось, аналізи, там все, сопоставляли з жалобами. Мені не подобається. Я на прийом хожу тільки в железнодорожну лікарню, тому мені дуже подобається. Ну, в принципі, не скажу, що так все безоблачно, ну, десь на рівні. Вполне удовлетворительно. Лично в мене то на 400 плюс по 5 балів. Ми туди не ходимо. Тому з 10 на 8, пускай навіть десь. Поэтому, ну, смотря что делать. Я проходил когда-то профосмотр, то набегался, конечно, по врачам туда-сюда, туда-сюда. Очередям, много очередей. И принимают подолгу. Відносно нормально. Великі очереди до лікарів, тому що мало лікарів. І багато людей. І чергу, щоб дождатися черги, треба 3-4 до 5 днів. Взагалі я не дуже задоволена, але вибору нет. Доктори різні. Одні привітливі, другі, як вам сказати, можуть неприємне щось сказати. Скора допомога буває, приїжджає хорошо, відзивчиві, хороші, а деякі – ні, лиш би. Понимаете, как обслуговування, я би не сказала, хороше. Більш-менш терпимо таку дорогу, тому що більшість платне. А от знаєте, коли я працювала над цією програмою, я раптом в один з моментів відчула і зрозуміла, що ми – міські жителі і взагалі щасливчики, бо у селах медицина практично наказала довго жити. А дістатися міста – нечуване щастя і остання надія, яка іноді навіть буває страчена словом «запізно». Сільському населенню сьогодні хіба що щиро поспівчуваємо. Їх, к сожалению, видно сразу. Когда человек заходит, и они объясняют, это, конечно, ну, доктор, ну, нам никак не приехать. У нас никого там нет. У нас нет фельдшерско-акушерского пункта. У нас есть там одна медсестра, которая, ну, всех лечит зеленкой, там, грубо говоря, или там советует чего-то. Им некуда податься. И они начинают искать пути выхода, и, естественно, находят их не так быстро. Естественно, время потеряно. Ну и плюс ни для кого же не секрет, в селе же какая работа. Люди с утра до ночи пахают и изнашивают свое здоровье. И там, конечно, не всегда это можно сравнить с городскими условиями. Когда у нас все более-менее цивилизовано, понятно, везде какой-то доступ к медицине есть. Всегда можно найти. А там нет. Там, если у тебя нет машины, ты никуда не поедешь. А никуда не поедешь, ты не попал к доктору, время прошло, получая осложнение, хронизацию процесса. Вот в этом вот заметил, вот чем вот с годами все-таки ухудшается, мне кажется, состояние именно вот сельской медицины, сельского обслуживания, ну, естественно, уровня здоровья людей, которые проживающие в селах. Але ж буває і так, що і у місті, і навіть при повному, як то кажуть, зовнішньому здравії, і повному доступі до медицини – на людину чатує раптова, швидка, незрозуміла смерть. Чи можна такі ситуації передбачити? І з чим вони пов'язані? Мені здається, у відповіді на це питання бере початок і історія нашої проблеми. Ніколи не можна ігнорувати позиви тіла, свого собственного організму, на якісь нюанси. А бувають ситуації, які дійсно непредсказуемі. Тобто процес тромбообразування, він залежить від дуже багатьох факторів. І, к сожалению, то, о чому, допустим, зараз можна говорити, тромбоемболія легочної артерії, масивна,
которые чаще всего бывают такие случаи, когда человек шел-шел, и вот раз, и летальный исход, то ну, ее предупредить никак нельзя. Когда мы говорим о тромбоэмболии, это, как правило, не самостоятельное заболевание. Это либо заболевание, тромботическое заболевание системы нижней полой вены, то есть ног, да, там где-то тромб появляется, он отрывается, попадает в легочную артерию. Либо он образовывается в сердце, этот тромб, когда у пациента есть аритмия. Это один из факторов риска. Когда сердце сокращается нерегулярно, в какой-то момент, ну, я сейчас вот так на доступном языке, в момент замирания сердца образовался тромбик. И в следующую секунду сердце его вытолкнуло. Оно попадает, этот тромб, в кровоток, и куда он сядет, неизвестно. Он может попасть в руку, в ногу, в головной мозг. Вот от этого будет либо инсульт, либо инфаркт, либо... То есть вот эти две основные причины тромбоэмболии. И если брать, допустим, факторы риска, это вот заболевание сердца, та же аритмия. Человек, если чувствует аритмию, либо подозревает у себя ее, либо там впервые выявили, то обязательно должен идти к кардиологу. Это уже определенная защита, потому что кардиолог на фоне обследования назначит какое-то лечение, в том числе это те же препараты для разжижения крови. Так же самое, если у человека есть варикоз, если у человека есть в анамнезе перенесенные тромбозы, это же тоже хроническое заболевание. И он тоже не должен сидеть дома до там, 70 лет и потом говорить, вот он шел и упал. Ну а тепер до самої суті, до хвороби під назвою коронавірус, до ускладнень, які вона дає, до щеплень. І, власне, чому смертність від серцево-судинних проблем зростає разом зі зростанням смертності від, власне, ковіду у чистому вигляді. Давайте слухати зараз дуже уважно і розуміти, що до чого. Была такая шутка, анекдот, говорили, что если мужчины начинают говорить о политике, то они уже пьяны. Вот так в этой ситуации, вот, наверное, вопрос о вакцинации, это, наверное, еще более жестко стоит, чем о политике. И тут, наверное, заканчивается не только взаимоотношения, сколько даже иногда, может, и зубы у оппонентов. Вот, потом, когда речь идет об этом всем, то что я могу сказать? Есть две позиции, ни для кого не секрет, да, это люди, которые за вакцинацию, есть люди, которые категорически против. У каждого, вот я сколько разговаривал с разными рода пациентов, и своих знакомых, и друзей, свои доводы, причем достаточно обоснованные для них субъективно, да. Конечно, для, скажем, страны в целом вакцинация, она, как при любом заболевании, она нужна, потому что она ограничивает круг, скажем, тех пациентов, которые могли бы получить осложнение, либо там каким-то образом тяжело более заболеть. Как врач я всегда руководствуюсь, имею право только руководствоваться официальными заявлениями и инструкциями, которые есть либо прописаны в инструкции препарата, утвержденного Министерством здравоохранения, либо написаны на официальном сайте. Но если брать уже в серьезный разрез эту ситуацию, то да, существуют осложнения вакцинации. Они есть от любой вакцины. Мы получаем эти осложнения порой даже на детских вакцинах. То, что мы детей прививаем уже десятилетиями, да, вот и коклюш, дифтерия, столбняк, и никто никого в основном уже не вызывает вопросов, надо ли. Я по своей специфике, да, сейчас скажу и в общем плане. То есть, когда есть хроническое заболевание, которое на фоне вакцинации в теории может усугубиться, да, то мы с коллегами, сколько в негласно и гласно общались, пришли к выводу, что проблема ковида заключается в большинстве случаев в неконтролируемом тромбообразовании. То есть повышение, возможно, я сейчас лабораторно не могу это доказать, но это опытным путем, скажем, на фоне каких-то там клинических случаев мы имеем какое-то субъективное подтверждение, которое, возможно, выльется через 10 лет в постулат. Но на сегодняшний день тромбообразование вот этих пациентов – это основной фактор ухудшения ситуации. Скорее всего, так есть и с легкими. То есть вот мы получаем у пациентов пневмонии. Они не типичные пневмонии, это не те бактериальные пневмонии, которые были там 10, 20, 30 лет назад. Скорее всего, насколько мы можем с коллегами соображать в этой всей ситуации, то возникают микротромбозы сосудов именно в легкой, в легочной ткани, которые приводят к так называемому асептическому воспалению. И, как правило, вот такие пневмонии, в теории, то, что мы изучали еще в университете, они не лечатся антибиотиками. То есть это не бактериальная пневмония в общем признании, да? Тогда, конечно, мы говорим о препаратах для разжижения крови.
Ну, тут, как и все остальное сейчас у нас, да, во всех программах, которые как-либо связаны с медициной, снизу бежит строка бегущая. Не занимайтесь самолечением, это может вредить здоровью. Так вот я к чему это? Любая доза препарата, даже название препарата, во-первых, не подбирается индивидуально, во-вторых, не совсем правильно это озвучивать. Потому что кому-то это может быть один препарат и в дозе 10 мг, кому-то это 20 мг и другого препарата. Все клинически должно быть обосновано на фоне каких-то обследований. И, на мой взгляд, вот именно эта профилактика, что касается осложнений ковид-инфекции, она самая оптимальная. Это кроверазжижение препарата. Я дуже вдячна лікарю Володимиру Петченку за таке цікаве і розлоге інтерв'ю. І особливо я вдячна ось за таке у ньому завершення. Не секрет, что ковид-инфекция более тяжело протекает у людей старшего возраста, да, пенсионного, за пенсионного. Ну, наверное, чисто человеческий совет. Почаще родителям или там, бабушкам, дедушкам задавайте вопрос, как они себя чувствуют. Если есть какие-то малейшие подозрения, возможно, первым реагировать на этот момент. Эти общечеловеческие ценности, они никому никогда не были чужды, а сейчас особенно. Если не мы их защитим, то кто? А можливо, ця програма і ці наші підказки комусь та врятують життя. Страшні цифри смертності і крива статистики нових захворювань станом на сьогодні в Україні і в області начебто поповзли донизу. Бережіть себе. Щоб за тиждень нам усім знову зустрітися на телеканалі «Візит» о 20:40 і знову говорити про те, про що сьогодні просто неможливо мовчати. Я прощаюся до наступної п'ятниці. Щасти вам, попри все.